Я хотел бы вам рассказать о своем земляке Петре Степановиче Литвиненко, советском офицере, участнике Великой Отечественной войны, герое Советского Союза. Родился он 1 июня 1904 года в станице Выселки многодетной крестьянской семьи. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Комиссар батареи 4-го артполка. В 1944 году окончил учебный офицерский артиллерийский полк. 27 марта 1945 года в боях на Кюстринском плацдарме старший лейтенант Петр Степанович Литвиненко переправился на левый берег реки Одер. Под его командованием артиллерийская батарея из 3 орудий отражала атаки противника и продержалась до подхода главных сил. За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Одер, оборону Кюстринского плацдарма и проявленные при этом отвагу и героизм старшему лейтенанту Петру Степановичу Литвиненко указом Президиума Верховного Совета СССР года присвоено звание Героя Советского Союза. С августа 1945 года старший лейтенант в запасе. После войны работал секретарем горкома Кисловодска, Железноводска, Ставрополя и Листа. Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, медалью «Золотая звезда», Героя Советского Союза, медалью за трудовую доблесть и другими медалями. Умер 27 ноября 1941 года. Я горжусь подвигом своего земляка.